только что зашли в церковь русскую. Нас там очень любезно встретил батюшка. Подарил детям книгу. Вот. И мы сейчас идем гулять дальше. Вот увидели такой вот просвет. Ай, волшебный какой-то между домами. Денис, иди, а то я об тебя споткнусь. Сумасшедший, да. Нереально красивый. И тут... А мы вообще-то шли на маяк. Но невозможно пройти на такой красоты. Когда тут бушует стихия. Оп. Здесь такие особняки уже богатенькие. Видно, что совсем другое дело. Вот. Пляж, наверное, Мирамар называется. Вау! Какой океан! Мы, наверное, до маяка не дойдем. Это пляж тут такой. Народу же мало-мало. Вау! Здорово! Полное. Мощнейшее. Пока у нас есть еще 40 минут, я тут заприметила прекрасный садик. Un bel jardin. И, конечно же, нужно здесь прогуляться. Так, что это такое вот это расцвело? Неужели это магнолия уже? Неужели? В самом деле. А ведь и правда это уже магнолия цветет. Ничего себе, Ириска. А вот с той стороны куст еще крупнее. Так, товарищи ловят покемонов. Эй! А вот я сейчас подойду к тому кусту. А он весь уже расцвел. А вон там магнолии какие огромные. Не магнолии, а камелии. Боже мой. Я в раю. Я в раю. Какие. В Париже еще... Ну, тоже уже начинают скоро, наверное. Боже мой, какая красота. Я не верю. Да, это белая магнолия. Ух ты. Подойду-ка я поближе. Думаю, что ничего страшного. Ну, красота. Прям шапка цветет. Ну, невозможно просто. В Биарице расцвели магнолии. А вот это островок с цветущими белыми камелиями. Все дерево усыпано. Это называется, мы удачно зашли. Здесь такой небольшой парк, сквер. О, уже цветут вовсю нарциссы. На той стороне тоже магнолии. И камелии. Крупные. Тут прям несколько деревьев разных цветов. Какие же они красивые. Крупнейшие абсолютно цветы. Это чудо. Весна уже в самом разгаре.
Вот это дерево с мимозой. Цветущая мимоза. Ну надо же. Я в букетах ее видела, но чтобы такое вот дерево огромное. Вот это да. Там очень смешные зайцы тут висят по 30 евро. А розовый почему-то по 27. Почему розовый по 27? Интересно. Нет, он хороший. Почему он по 27? Подожди, я еще хочу вот эту витрину показать. Мне очень нравится. Кроме русских матрешек, вон там на полках. Это магазин будет? Да, тут висят такие. Я даже не знаю зачем. Это просто украшения какие-то. Вот такие вот чудесные. Проволоки. С проволоки. С какими-то персонажами. Вот тут тоже игра. Я не знаю, что это за игра. 49 евро шариком. Ну ладно, пошли. Ой, какой милый зонтик маленький. И под ним какая-то букашечка сидит под маленьким зонтиком. Ой, я люблю магазины игрушек. Я с детства помню. В Германии с удовольствием ходила разглядывать игрушки. Зайцы, пока! Уже воскресенье, все магазины закрылись. О, концтовары. Максимально 5 человек, не больше. О, шапы, шапки продаются, шляпы. Магазин шляп. Чего все закрыто? Еще гулять и гулять, они все позакрывали. А? Несправедливо. О, что-то нечто такое красивое. Рыбки, ракушечки. Ну, здесь сюда нам надо зайти в понедельник. Работает понедельник. Да, с 2 часов. С 2:30 даже. Обалдеть. Обалдеть. Чай. Тут что-то непонятно. Какая лампа милая. Все, город вымер, потому что выходной, воскресенье. Пошли. Сейчас пойдем. Вот это я понимаю, куст с камелиями. Вот это да. Не мам, а вперед, да. Размамкался. Вот это камелия. Is that?